По поводу пенсий, сказала же слуга народа, да, что надо смотреть на позицию пенсионера. Если позиция отвечает позиции, я так понимаю, нынешней власти... Типа, да, сакральное питание, чей Крым? Чей Крым, да, как Джамала спрашивает у всех, да, так и, видимо, у пенсионеров будут спрашивать. И она на полном серьезе об этом сказала. Да нет, это стёб такие. Ну как это стёб? Она серьезно это говорила, а когда ее затюкали, она сказала, что это стёб, понятное дело. Ну а говорила она это со слезами на глазах и рвала на себе рубаху и говорила, а как, почему я должна отчислять налоги тем, кто не поддерживает правильную риторику? А у меня вопрос, а какая правильная риторика? У нас что, в стране не свобода слова? У нас есть какая-то правильная риторика? Она где прописана? А сегодня ровно 6 років, когда максимально загинуло людей на Майдане. И те люди, власне, они как бы загинули за свободу, чтобы свобода слова была в этой державі.